Книгу «Казахская геральдика» собираются выпустить отечественные ученые. В этом году страна отметит 30-летие государственных символов. Не все знают, что их изучением занимается специальная наука. Именно геральдика помогает разгадать тайну символов. У Казахстана большое культурно-историческое наследие. Сейчас в Центре геральдических исследований собирают материалы и работы, которые войдут в сборник. А уже в следующем году в стране планируют провести международную конференцию геральдистов. Совместно с нашими научными деятелями исторического направления мы на сегодняшний день работаем над выпуском книги «Казахская геральдика». Вообще, сама геральдика – это история нашей прошлых жизней или прошлых веков, и это сегодня же превращается на будущее. Те забытые наши геральдические знаки, там, иероглифы – это все сегодня изучается нашими научными деятелями.